13 водителей троллейбусов не вышли на маршрут. По уважительной причине. У них проверка мастерства. Теория в связке с практикой. Нужно знать устройство троллейбусов, нормы эксплуатации и, конечно, правила движения. Впрочем, для них это рабочие моменты. Игорь Радомский за баранкой уже 18 лет. Убежден, троллейбус — лучший вид общественного транспорта. Троллейбус — это вроде сочетание и автобуса, и трамвая, да? Вроде как и по проводам, и вот по дорогам. Поэтому как-то это более интересно. Чувствуешь себя как-то какую-то ответственность, что ты работаешь в городе с людьми. Самый интересный эпизод соревнований – преодолеть змейку и заехать в бокс не каждому удается с блеском. Наталья Белогурова признается, на этом этапе ей не хватило опыта. Работает всего полтора года. С тем, что женщина на дороге – беда, категорически не согласна. Наталья легко управляет огромным троллейбусом. Да, габариты больше, чем у легкового автомобиля. Ну и, соответственно, зеркала обзора больше. Поуважительно к нашему транспорту относиться. Мы все-таки немедленно ездим, мы тоже на скорости. И мы везем людей. Сегодня по городу курсирует почти 90 троллейбусов. Ездить по дорогам сложнее, чем 40 лет назад, говорят конкурсанты. Внимание и аккуратность должны быть на пределе. И с этой миссией водители справляются. По их вине практически не происходит дорожно-транспортные происшествия. Конечно, мы будем стараться, чтобы и автобусники, и частники у нас также прошли через такие конкурсы. Нынешнему победителю предстоит показать себя на чужой территории. В Ярославле пройдет всероссийский этап конкурса. Антон Исюков, Андрей Дегтярев, Антон Судженко, телеканал «7».